Клары Лучко. На сцену приглашается председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский. Друзья, внимание на экран. Ну вы своего нарисуете. Это же не вы нарисовали. А кто же рисовал? Иллюстраторы. А он и есть иллюстратор. Нет, ну он писатель. Ну вы придумывайте своего, каждый своего придумает. Так интереснее будет, если у вас будет такой, у меня такой. Евгений Валерьевич, пожалуйста. Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Честно сказать, стоять на этой сцене и вручать приз победителю в номинации – это, честно сказать, самому награда. Очень приятно здесь, на сцене Гатчинского фестиваля литературы и кино, что мне выпала такая возможность вручить приз от самого взыскательного жюри, от зрителей. Я поздравляю победителя. Приз зрительских симпатий имени Клары Лучко фильму «Репортаж из рая», автор сценария, режиссер Анна Самойлова. Приз принимает режиссер фильма Анна Самойлова. Огромное спасибо, я не ожидала такого большого подарка. Вы знаете, мой фильм об Александре Петровиче Лепетухине, который прожил всю свою жизнь и понял, что на самом деле главное быть добрым человеком. Он и сказки свои стал писать для детей, чтобы научить их добру. У нас в Хабаровске это очень известный человек, и сейчас о нем знаете и вы. Я думаю, что раз фильм нашел отклик в душе вашей, значит, мы добились своей цели. Спасибо всем большое. Большое спасибо, Евгений Валерьевич. Спасибо, Анна.